там копать. Где? Вот. Вот здесь. Ой, тут нужно сравнять, да? Да, вот, ага. Ой, вот. В их руках сегодня орудие труда. Лопатами росгвардейцы перекапывают участки пожилых дачников. Пенсионеры сами просили правоохранителей подготовить их огороды к зиме. Сделать это многим старикам уже не под силу. У нее на огороде всегда работа найдется. Правда, самой держать лопату в руках уже сил не осталось, признается баба Валя. Спина не позволяет, да и ноги болят. Сегодня росгвардейцы вскопали ей участок для будущего урожая. Ну, помощь, конечно. А как же? Которая вот бабушка одинокая, она не может. Вот помощь, конечно, нужна. Что-то, если огород вот этот скопать, а так что больше? Ну, собрать она уже соберет, если посадить, если вот помочь, если немножко что-то такое посоет. Вот это дерево. Люди в форме не только огороды копали, чинили покосившиеся заборы, сараи и бани. Там, где необходимо, обрезали деревья, убирали мусор и вывозили его. Очень затягивает в плане того, что очень мало сейчас в жизни, в нашей, да, но именно отдачи добрых дел. Поскольку все заняты своими какими-то рутинными проблемами, вот, и чаще всего мы забываем про наши корни, да, про бабушку, про дедушку, которые также нуждаются. Как сказал известный человек, без нашего прошлого нет настоящего. В Саратове есть свои современные тимуровцы. Некоторые работают в службе спасения. Когда не на работе, ходят в гости к старикам, помогают с продуктами и по хозяйству. В этой квартире на кухне перестановку сделали. Молодые люди говорят, что заботиться о стариках нужно не только на праздники. Роман Базан, Алексей Чудин, Саратов, 24.